Я Катя, злюсь с этой штукой. Моя кошка спит на моей шубе. Да ёпарасы, блин, ну как так можно? You got heart, my devotion. Всем привет! Меня зовут Катя Рок, я персональный стилист. Я Настя, ошибила фэшн-блогер. Мы с Настюшкой вышли записывать вложек. Сейчас пойдем по магазинам, может, еще где-то пожрем, посидим, потому что я лично не ела. Короче, вложек у нас! Что на мне надето сегодня? На мне кроссовки Gucci, джинсы узкие, черные, Zadig Voltaire, на которых отдохнула моя кошка. Это из Urban Outfitters, розовая худи, которая как полотенчика, махровая, очень ее люблю. Шуба H&M Trend, длиннющая, классная, коричневая. Сумка из Saint Laurent и сережки Dior, что такое. Итак, на мне Monki, это Uniqlo, это Topshop, это Asos. Асос и Ребекка Минков. Моя сумочка на осень. Мы идем в H&M посмотреть тренд. Я уже была там с клиенткой вчера. Вчера у меня был бьюти-день, извините. Вот, и там появилось много классного всего. И больше всего мне понравилось одно пальто. Сейчас я его на себя примерю и покажу вам. Одеваться? Да, прикольно. Такое немножко стилистики из Абель Маранг мне показала. Да, да, и это тоже. Вот это тоже. Скандинавская, вот это да. Здесь да, да, да. Гором скандинав. Угу. Даже горным. Сразу в каком-то шале в Альпах. Вспоминается ходить. Это прошлогодняя коллекция, когда все скандинавки были вот в этих. Я взяла три верхних пальто. Они совершенно разные, но отражают, мне кажется, современные тренды. Это пальто, которое как будто бы из пледа. Это клетчатое пальто, такого тренч полегче. И первым я померю то, когда я пришла, потому что была с клиенткой и не могла померить при ней. Вполне прикольно. Единственный его минус, я бы думала, что оно будет немножко плотнее, а то оно как-то болтает. Ну да, болтается. То есть, знаешь, если бы оно было плотнее, возможно, было бы еще круче. Но мне нравится. Да. Здесь прикольно можно было бы надеть какие-то казаки. Пальто очень самодостаточное из-за кучи цвета, полосок. Вот. Но оно не базовое, то есть купить его как основное единственное пальто, мне кажется, не стоит этого делать. Ну, Настя, ты молча будешь показывать? Я просто в шоке. Я чувствую себя реально как какой-то сутенер. Барыня. Мне кажется, у Кати плюшка от H&M, она более выгодная, чем вот под мех. А мне это очень нравится, да. Если бы я видела ее тогда, когда покупала вот эту, возможно, мой выбор пал бы на нее. Мне нравится такой, типа как, ну не кролик, но что-то вот. Слушайте, ну у него в любом случае при моем росте 1,75 м, у него хорошая длина. Как раз в манго проблема в том, что они примерно по колено, а это действительно длинная вещь. И опять же, мы сейчас после катера покажем вам сеть. Настя решила составить лук, а я буду показывать просто отдельно. Вот этот легкий тренч-пальто, вообще моя любовь. Я советовала его клиенткам, и мне безумно нравится. Чем-то, помнишь, похож на мой пальто, да. Там немножко другой цвет, но все равно похоже. Прикольно, что можно это всякому носить. Хорошо смотрится и полностью развязанным. Давай сюда. Вот, мне нравится. Также он хорошо смотрится. Знаете, это вот в H&M коллекция из итальянских тканей. У них есть такие и потеплее пальто из шерсти, но их уже все везде раскупили. Были такого кэмо цвета и серого, mm-hmm. Вот, и мне нравится, что можно вообще вот, ну как по классике, как в тренч там делать. Ну да. Очень стильно. Это вообще и ткань его прикольная. Очень хорошая, да. Но вот как раз потому, что не это прям, конечно, сильно теплый, но такой, что-то среднее, это да. Это переходный вариант, мне очень нравится, и достаточно базовый, хоть и клетчатый. Угу. То есть вот это пальто гораздо сложнее будет писать, чем вот это.
Но сейчас уже такое мы выносить в Петербурге не можем, потому что достаточно холодно. Да, да, да. Это для тех, у кого европейская зима. У нас съемка вне закона, блин. Мне, кстати, больше нравится эта шуба и по цвету вместе с таким деревенским платьишком. Платье очень большое. Надо сказать, это размер что-то типа эльки. Зачем ты взяла такой размер? Потому что я не очень люблю, когда все в облипку. Мне нравится вот этот вот оверсайз. И это говорит вам о том, что не нужно придерживаться вашей эски, вашей эмки, да? Если вам хочется, чтобы оно было длиннее. Покрутись. Угу. Следующий лот это очень расслабленное, комфортное, классное, но тоже оно не держит форму, и мне кажется, скорее это для девушкам хрупким и с высоким ростом, ну, да. Потому что оно может плохо сыграть с вашей фигурой и сделать ее только больше, объемнее. Вот, но в целом тут есть пояс, который можно подвязать, и это тоже пальто из коллаборации с этими итальянскими тканями крутыми. Сейчас померим еще это. Торс сейчас попробуем одеть с джинсами. Мне, в принципе, очень нравится этот свитер. Смотрите, какие у него длинные рукава. Вот, у меня он немножко длинноват, но если у вас худенькие бедра, вам будет вообще в самый раз. Поэтому я его немножко подзаправила. Вот, и мне нравится сочетание красного, бордового здесь, винного. Мне нравится сочетание красного. Мне нравится, что торчат красные. Да, прикольно вообще, что. И плюс еще даже мои ботики здесь в тему. Ну все. Да, мне очень нравится. Все, следующая остановка это... 12 stories. 12 stories. Смотрите, какие... Нет, не этот, вот тот в красной штуке классный. Смотрите, какие клевые. Тоже, смотрите, какая крутая. Смотрите, как классно смотрится укороченный клеш. Мне очень понравилось, как у девушки были взяты мартинсы и кожаные штаны. Казалось бы, мы всегда против таких решений. Вы часто спрашиваете в комментариях, что типа, блин, вот вы говорили, что так нехорошо, вот здесь похвалили, потому что у девушки укороченные, расклешенные, тонкие такие кожаные брюки, высокие марты. И при этом сверху у нее такая, как из овчинки, шубка светлая. Очень круто. Да, очень классно. You and all the shit you put me through, and I know you were wrong. Моя любовь сейчас у 12 Stories, правильно? Да. У 12 Stories это вот эти вот ботики. Да, ботики очень крутые. Они все полностью меховые. Это отличная замена угла. Бесявым углом. Да. Это круто носить на голую ногу. И еще что мне понравилось. Вот они. Очень да, красивые. Да. Они внизу без резинки. Кстати, да, это очень удобно. И они плотные. Они очень плотные, да. То есть вот такой вариант трикотажа. Ой, я так люблю вот все такое, вот, да. Вот так вот надеть и все боты. Очень красиво, да, я очень люблю эти сочетания. А это что такое у них отдельно вместе? Это... А, ну, это просто как жилеточка. Да, жилеточка. Удобно. Потому что она с капюшоном. Она с капюшончиком, да, получается такой. Для тех, кто не хочет как бы носить. Да. И шубу можно сразу купить пальто. Внутри будет. Стоит 30 тысяч. Для такого качества. Прикольно, нормально. Это мы уже видели. Кстати, да. Ой, кстати, у него здесь хорошее качество. Не такое тонкое, в H&M тоньше. Нет, цвет не очень. Ну, тут уж. И джинсы у них, заметьте, очень широкие. И хороший цвет. И сама джинса хорошая тоже. Для тех, кого тот цвет считается марким, очень приятно. Они в целом марки, потому что они из замши. Да. Ну, в Питере это вообще сложная тема. И да, другие да. Какие-то города, где, ну, снег. Я когда клиенток подвожу к этим ботам, даже женщины, которые живут... Ага. В хорошем достатке и ездят только на машине и как бы вообще почти не передвигаются. Они тоже говорят, типа. Ой, нет. Ага. Для нашего города, это когда мы, блин, вы выходите, спускаетесь в гараж, у вас подогреваемый, садитесь да, в машину, да, и да. Все равно не готовы. Ой, слушай, я хочу померить эту штуку. Померяй. Это натуральный мех, кстати. Да. Судя по маркировке. Очень хороший цвет. И плюс смотрите, как классно, что оно бортное. Я обожаю бортные вещи. Это достаточно классический крой. И он дольше будет
востребован. Ну, и это натуральный мех. Сколько это стоит? Выглядит хорошо. Да, и выглядит очень красиво. Ну, кстати, не так дорого, я думала, дороже. Ой, вообще недорого. Я думала, дороже это натуральный мех. Это теплая вещь. Это вот вариант для тех, кто не готов покупать Максмара эти такого плана, да, чебурашек. Причем хочется сказать, да, что, ну, то есть, вы идете в какую-то снежную королеву, платите за... Сотик. Да, сотик за черти чего, потому что там все равно крой не самый модный. А тут здесь... Но смотрится, конечно, вот так, например. Смотрится шикарно, да. Я хочу примерить. Ну, да, в принципе, если фигура твоя, то она действительно не подойдет. Это если просто прямые ноги. И у меня еще не самая, как бы, страшная фигура. То есть, как бы просто когда есть ляжки. Ну да, просто вот если, да, если у вас женственная фигура, вам будет очень, ну, не очень. Я тащусь, божечки, может. Ой, они очень классные. Реально куплю, я, конечно, угандошу их за одну зиму, но посмотри, как смотрятся. Они шикарно смотрятся. Красота. Угу. И они дико комфортные, это вот просто, что еще хочется зимой, чтобы ты как в топулях ходил. Да, реально классные. И мне нравится, что вот, ну, у этих... У них не сильно. Кстати, вот этими больше нравится. Они стоят 13 тысяч. Угу. И это овечий мех. Ну да, да. Это тёплый, натуральный, да, мех. Теплые будут. Очень хорошо. Я бы, наверное, в прошлый раз, когда я была здесь клиенткой, это было всего там несколько дней назад, были коричневые из ноутбука. Ну, ты знаешь, не так убьется. Замуж она прям сильно. А, ну да, да, да. Их уже нет. Ну да, только если, наверное, заказывать. А есть еще вариант, видишь, без шнурков. Ну, это для совсем, да, расслабушечки. Да. Вот эти, демисезонная парка, это тоже неплохая. И мне нравится. О, да, смотри, как у тебя моем, тогда. Да. Угу. Видишь, цвет какой хороший. Да, цвет хороший. Вещь. Так, мне, конечно, ну, 50 на 50. Вот, стоит. С другой стороны, 50% или даже 30 или 20 это уже хороший показатель, чтобы для чего-то привести, да, человека. Потому что действительно есть хорошие вещи. Ой, украшения. Снова. У нас такой же тур, как в прошлый раз. Смотри, как красиво. Это новое, по-моему. Вот это похоже, да, по минимализму и стилистике на Селин. Мне очень нравится. Красиво. Капля. Ой, это что такое? Ну, это можно, красиво, наверное, да, какой-то... Это на цепочку браслета либо подвески вшиваются. Вот как с брендом табличка. А, понятно. Ну, просто классный подарок для кого-то, маме, например. Мне кажется, прикольно. О, мне нравятся вот эти очень классные. Ну, с буковками тоже клёво. Угу. Можно любое бы латинского фабрики делать. Ой, там что-то очень красивое. А это что такое? Это пирсинг в бровь. А-а-а. В нос, такав и браслет на... Прикольно. Бровь этого босса, да? Да. Прикольно. Угу. Классно выглядит, такие капельки. Ртуть. Да-да-да. Так, я напялю шапку. Холодно. Любимые подписные издания. Mm-hmm. Что там говорила? С некоторыми клиентками заходишь, они, я на вешалке показываю, ага. Ой, ну нет, ну это вещь не для меня. Да. Я говорю, да? А вы как определяете на вешалке по вещи, что она не ведь сделала? Она еще может сесть или не сесть. Наоборот, вы возьмете какую-то вещь, и вам она очень понравится. Ну, как бы, а в примерочной кажется, что это ужасно. И так, наоборот, что... бывает такое, что я даже персональный стилист, человек, там, блин, с 5-летним опытом нахрен трогания и покупания кучи вещей, я сама для себя, когда такая на вешалке смотрю, блин, кажется, мне не пойдет. Но я беру на всякий случай, потому что уже знаю такие штуки. И ты меришь все, что тебе понравилось, это на тебе стрёмно, а в том, в чём ты был дико не уверен, села офигенно. Никогда не поймешь, как по вешалке, ну, как тебе вещь. Да, плюс коллекции постоянно меняются. Ну, как бы все равно надо заходить, смотреть. Да? Просто у 12 сторис есть определенные вещи, которые, ну, хорошие. Хорошие, да. Из коллекции в коллекции это джинсы. Да. А все остальное, ну, иногда мне вообще не нравится. А сейчас, ну, зимнее мне нравится. Привет. Наконец-то. Катины крутые ботиночки, которые она здесь покупала. Супер крутая худи свитер, мега теплая, но при этом тонкая и очень приятная на ощупь. И они есть в двух цветах. Это датский бренд Custom Made. Я взяла себе, купила вот этот и гоняла сейчас в Хельсинки и брала его как единственный такой, ну, как теплую вещь. Ходила каждый день, это было просто прекрасно.
И, конечно, то, что такие вещи с капюшоном, это редко. Еще мне нравятся эти сумки с уже встроенным, как это называется, шарфиком. Нет, не шарфиком. А у нее только короткая, да, ручка? Нет. А, и там есть еще... Видите? О, классно, как прикольно будет. И короткая свисать, еще длинная. Она еще супер модная по цветовым сочетаниям. То есть, да, вы надеваете сразу обе, например. Не обязательно снимать одну. И еще и потом можно снять, еще к другой сумке прицепить. Да, можно в каждой из этих ремней снимать, цеплять на другую сумку. О, классно, мне нравится. Тут можно регулировать ремешок, он очень длинный. Ой, мне очень нравится эта юбка. Смотри, какой симметричный крой. Угу. Какие приятные цвета. С каким-нибудь жакетом. Вообще очень красивый, да, реально, очень красивый. Селин, которого мы больше не видим. Нет, да, Селин, которого мы потеряли. Да, мы эту девочку с вами дома Селина. Тем более обидно, когда ее теряешь. Вот это моя любовь тоже. Я хочу их примерить. Да, он очень классный. Можно примерить сейчас. Сейчас чем-то примерим, ребят. Посмотрите, какие шикарные цвета. Ты прям стоишь рядом с этими штанами. Вот, заходите. Блин, ну они божественные. Они, во-первых, коротенькие, до щиколотки. Соответственно, если у вас Челси, то они прям по Челси идут. Ты такая рок-н-ролльная парижаночка. Да. Единственное, что я подумала, я тоже хочу их примерить, но мне кажется, на мои ляжки. Они хоть и широкие? Не знаю, надо примерять. Но у тебя они прям широко. Да, они мне широко. Ну, как бы у меня... Смотрится очень стильно. Это штаны 100? Это их базовая модель, разных цветов на этот сезон. Очень-очень круто. Это датчане, да? Ну, цвет реально шикарный, просто. А что за пиджак? Пиджак? Что такое Сунат? Я не знаю. Made in Spain. Красиво. А, это бренд подруги Иры? Фига, прикольный пиджак очень она хороший, сделала. Очень хороший, тоже. Да, кстати, будет такой почти тотал. Да. А у вас есть какие-нибудь бежевые футболки? Нет, коричневые. Ну, представьте здесь. Что вот наверх ты бы надела? Верхняя одежда. Окей, я все. Пухан можно, да? Да. Твой красный спокойно напялить. Спокойно, и плюс пальто в клетку. Mm-hmm. Потому что всегда... Oversize trench с огромным каким-нибудь этим... Шарфом тоже очень классно будет. Так что не бойтесь, на самом да, деле. Да. Плюс он очень приятный. Посмотрите на это платье лучше. Ах, как я люблю его. Мне вот это нравится. Очень приятно. Да, хороший две такой прям летний. Вместе, да, такие скандинавские блогерши. Тащусь вот от этой эстетики Сен-Лорановской. Да, очень классно. Верх казаков или Челси перекрыт штанами. И вот так вот здесь такая складочка. Да, мне безумно вот. Нравится. Очень нравится сочетание цветов. Такой зелени. А мне нравится еще и ну, что здесь сочетание да, спортивного, спорт. Да. Здесь вот такое, как бы, эти брюки, они достаточно высокие. Угу. Но их можно просто перекрывать. И я это, как бы, пришпандорила мятным пальто. Конечно, угу. Это экстремально. Зато по цветам очень хорошо. По цветам клево, я бы так носила, но угу. Для тех, кто не... Готов к ну, такому, да. Надо просто бежевое пальто, какое-нибудь коричневое. Я бы так носила. Да, я мне нравится. Не боюсь. Мне нравится сочетание классики и спортивного. Да, да плюс еще и в Сен-Лоран в виде. Хорошая эклектика и золотые украшения. Как? Так, стрелка. Стрелочка, да, прострочена. Так вот. Стилица, берись. Я вообще была. Подожди. Что ты делаешь сейчас? Покупаю. Мы пришли в смену. Моя любимая кофейня, тут очень вкусно, классно. Давай. Я обожаю здесь завтракать. И можно обед. Настя там решает свои рабочие вопросики, художница наша юная. Деловая, оформляет новую студию Кератин Про своими картинами и молчит об этом. Ну и поблоги не переживай. Отлично. А я тем временем пью свой большой капучино в смене. И вот мне принесли. Это очень-очень вкусно, ребят. Это такое печенье. Это такое печенька внутри, там прослойка сливочного крема и вишневого джема. Мне принесли водичку. А еще я жду сэндвич с курицей конфи. Очень вкусно здесь. Посмотрите, какими цветами они все время все всегда оформляют. Мне так нравится. Спасибо всем
кто смотрел у нас. Спасибо всем, кто посмотрел этот вложек. Надеемся, что вам понравилось. У меня тут пока пытаются украсть печеньку. Пишите свои комментарии, какой образ вам понравился больше всего, какие виды одежды вам понравились, из того, что мы собрали. Может быть, вы уже что-то прикупили, например, в H&M. Расскажите нам интересно будет почитать. Да. Все, спасибо, что были, и всем пока. Мы вас любим. Thank you.